Всем добрый день! С вами Бактыгуль, директор агентства недвижимости Class International. Сегодня мы снимаем для вас один из самых грандиозных проектов в городе Мерсин. Состоит он из трех блоков. В данном блоке квартиры планировки 2 плюс 1 и 1 плюс 1. Состоит он из 15 этажей. Инфраструктура комплекса очень богата. Здесь будет открытый плавательный бассейн со своей кафетерией, также аквапарк. Детский плавательный бассейн, будет также закрытый плавательный бассейн, автостоянка, детская игровая площадка, зона барбекю и беседки, прогулочная зона и баскетбольная площадка. Комплекс будет иметь закрытую, огороженную и охраняемую территорию. Здесь будет круглосуточное видеонаблюдение. Площадь квартир очень большая. Квартиры 1 плюс 1 будут 70 квадратных метров, а квартиры 2 плюс 1 будут иметь 100 квадратных метров площади. А справа от меня остальные два блока данного комплекса. Здесь будут квартиры планировки 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1. Также будет вилла и квартиры дуплекс планировки 1 плюс 1. Данные блоки также состоят из 15 этажей, и инфраструктура этих блоков также очень богатая. Здесь также будут открытый плавательный бассейн с аквапарком и кафетерией, закрытый бассейн, детская игровая площадка, зоны барбекю и беседки, хамам, сауна и римская парная, кинотеатр и фитнес-зал. Также здесь будет теннисный корт. Территория данного комплекса будет озелененная, огороженная, и здесь будет круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Локация данного комплекса просто шикарная. Море с прекрасным песчаным пляжем с пологим входом находится буквально 200 метров ходьбы. Ближайшие магазины, аптеки, пекарня, маркеты, также поликлиника находится в пешей доступности. Сдача данного комплекса 30 декабря 2024 года. До этой сдачи осталось буквально год с лишним. Благодаря шикарной локации, богатой инфраструктуре и близости к морю, данный проект отлично подходит для ваших инвестиций и приумножения вашего капитала. Ведь это все в ближайшем будущем повлияет на рост цен. Также он отлично подходит для круглогодичного проживания, ведь в этом районе скоро будет проведен газ. Если вас заинтересовал данный проект, полную информацию, также наши контакты вы можете найти в описании под этим видео. Также туда мы прикрепим ссылку на наш телеграм-канал, где у нас ежедневно заводится база вторичного жилья, также новостройки. Обязательно подпишитесь. С вами была Бактыгуль, и до встречи в Мерсине!